Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии до конца первого полугодия планирует подготовить план приватизации газовых сетей. Об этом сообщается в материалах ведомства. На этот же срок запланировано согласование в Совете директоров «Газпром» газораспределения Уфа сделки по передаче компании в аренду более 6 тысяч региональных объектов газоснабжения протяженностью почти 8,5 тысяч километров. Как планируется, это коснется в том числе 225 вновь возводимых газопроводов протяженностью 343,5 километра, которые построены Управлением капитального строительства Башкортостана и находятся в собственности республики.